Первая автоматическая кормушка объемом 1,5 литра. Сделана она из пластика. Она имеет прозрачный резервуар для контроля содержимого. Работают все кормушки и поимки по одному принципу. Вы заполняете резервуар кормом или водой. По мере того, как животное будет выедать запасы еды или воды, кормушка снова будет наполнять контейнер для еды. Эти кормушка и поилка очень похожи между собой по дизайну, но предназначены для разных целей. Одна для еды, вторая для воды, каждая объемом по 1,5 литра. Переворачиваем резервуар вверх дном, заполняем его, надеваем основу и аккуратно ставим на место. Четвертая кормушка объемом 3,5 литра и предназначена для собак средних и крупных пород. Пятая кормушка объемом 600 мл. Отличный вариант для кошек и собак мелких пород. На некоторых кормушках указано, что они могут быть использованы только для корма или воды, а на некоторых указано, что они могут быть использованы и для корма, и для воды. Принципиального отличия между ними нет, так как работают они по одному и тому же принципу.